А если наоборот, душа просит чего-то ультрасовременного, вам на оперу «Орландо-Орландо». Солист здесь в татуировках, а классические арии 18 века перемешаны с... да сами послушайте. Но, кстати, замиксовал великого Генделя не абы кто, а внук Сергея Прокофьева Габриэль. Он тоже известный композитор, диджей и на премьеру прилетел из Лондона. Кто-то скажет, что это опасный эксперимент, ведь классику мы соединили с техно-электронной музыкой и даже хип-хопом. Но как иначе? Ведь действие оперы мы тоже перенесли в ночной клуб. А главный герой теперь не сумасшедший рыцарь, а безумец-террорист, который в 2016-м расстрелял 50 человек в клубе американского города Орландо. Ближайшие показы оперы уже в эту пятницу и выходные.